Приветствую вас на своем YouTube-канале Love Parfum, с вами Алексей Безмородье, парфюмерный блог, и спонсором этого выпуска всегда является наш с вами любимый сайт парфюмерии и косметики rendezvous.ru, именно там вы сможете купить этот аромат и многие другие с дополнительной скидкой по моему промокоду 10VIPLOVE. Промокод и ссылка на сайт, и, конечно, ссылка на аромат будет внизу под видео. Если вдруг вы не знаете, как воспользоваться промокодом, досмотрите это видео до конца, я покажу вам видеоинструкцию. Ну а мы погнали. Перед началом видео, конечно же, друзья, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если по каким-то причинам еще на него не подписаны, и, конечно же, бейте в колокол, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы погнали. Я не знаю даже, как передать. Мне он настолько понравился, что у меня слов нет. Он теплый, и при этом свежий, и сладости в нем много, но не какой-то такой конфетный, фруктовый. Как будто он даже немножко в гурманскую какую-то историю уходит. Есть такое, что-то мне выпечки. С какими-то выпечками, да, да, карамельками попахивало тоже. Да, 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 как синабон, знаешь, такие. Или с какая-то, не знаю, корица, не корица. Ореховая, возможно, что-то есть. В общем, прям вообще очень сладкий вместо десерта. Вот прям супер. Вместо десерта будешь носить его. 10. Но, нет, 10, понятно. 10, кто может такое сделать? Ниша, я люкс. Не знаю, мне кажется, что ниша. Ниша, десятка. А что, универсальный или чисто мужской? Универсально, однозначно. Я бы его вообще бы... Ну, сейчас его нанесешь, облилась, да? Облилась, да. Сейчас мы на это посмотрим, друзья. Не знаю, знакома ли ты с этим брендом или нет. Это люкс. Это Лолита Олимпика Green Lover. Ну, я даже не знаю такого. Выглядит дешево. Флакон. Ну, стоит тоже он недорого. Лайк сразу можете сходу поставить. Поставили? Все. Тогда едем. Вот такой вот красавчик. Зеленый любовник Green Lover Лолита Олимпика. Мужской аромат. Ну, я бы назвал его, конечно, унисексом, но тем не менее. То есть, друзья, сразу забегая вперед. Если хотите нестандартный, необычный аромат, ни на что не похожий, Green Lover придет вам на помощь. Это такой газированный коктейль, очень вкусный, офигенный. Просто вот вообще ни на что не похож, реально, в люксе я не слышал похожих ароматов. Все какое-то типичное, банальное. Это моя тоже давняя хотелка. Аромат вышел в 2019 году. Все, с 2019 года хотел его приобрести, снять обзор. Но никак руки не доходили. То один аромат, то другой какой-нибудь. То третий, то десятый, то четвертый, то пятый. Вот нашел наконец-то время записать для вас про, значит, обзор про этого красавчика, про этот нестандартный аромат. Но перед началом, наверное, давайте немножко погрузимся в историю бренда. Я, кстати, не знал ее до этого дня. И приятно ей как бы удивлен, с одной стороны, потому что я думаю, ну какая-то там Лолита Олимпика, кто-то такая там, да, существует, наверное, какая-то женщина или что-то еще. А оказывается, не так все просто, да. Погнали. Бренд основан, значит, Жозианой и супругом Жозефом в 1983 году. То есть бренд 80-х, то есть французский бренд. И самое интересное, да, название Лолита Олимпика, почему так, кто это вообще такие, да? Бренд объединяет в своем, как бы, названии, да, имя главной героини романа Набокова Лолита. Читали? Очень такой неоднозначный, нестандартный и, с одной стороны, интересный, не очень, я бы сказал, роман. Посмотрите, почитайте, кому вдруг интересно, кто прям любит книги про мужчину, да, которого привлекали очень маленькие девочки, 12-летние. То есть такая как бы не очень история интересная. Не нравятся мне, конечно, такие вещи, но такое в мире, к сожалению, происходит. И роман про это, и про многое другое. В общем, вот. Главная героиня Лолита, вот она как бы, да, девочка. И, собственно, еще была такая польская художница. Она, получается, Тамара Лимпицка, не Олимпика, да, Олимпицка. И вот получилось так, Лолита Олимпика, собственно, из двух... как бы вообще разных источников названия бренда. Это меня прям удивило, конечно. Бренд выпускает коллекцию для женщин, которые где-то в глубине души все еще остаются маленькими девочками и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Поэтичность, трогательность, фантазия – основная концепция этого бренда. Это можно, вот, кстати, проследить и в женской парфюмерии, да, и, собственно, в оформлении флаконов. Сейчас почему-то я какую-то новую коллекцию одежды не нашел. Что-то мне кажется, что особо ничего не выпускается. Последние какие-то показы там были в 2000-х годах, и все, новой коллекции почему-то я не вижу. Ну ладно, мы про парфюмерию, да. То есть в 1997 году появляются, в принципе, ароматы Лолита Олимпика. Первые ароматы, то есть бренд из 90-х. И представлен на сегодняшний день бренд 68 ароматов. Я как-то не очень прям люблю этот бренд, как-то все время что-то, мне там что-то не хватает, все время как-то это очень просто, все время как-то это все банально.
И там есть и мужские ароматы, но почему-то мне они не нравились никогда. И я никогда не имел в коллекции себе аромат Лолитемпик. Хотя многие парфюмонерочки, девчонки, постоянно что-то там говорят про эту Лолитемпик. Постоянно у них там какие-то есть ароматы, да, вот. Нравится девчонкам, я не спорю. Но я как-то вот ровно обхожу как бы бренд этот, да, ровно точнее к нему отношусь, я обхожу стороной. Но вот этот аромат меня поразил. То есть это действительно находка на рынке парфюмерии. То есть в мужском люксе такое, да, услышать это редкость. Так про что же, друзья, этот аромат? Еще раз, 2019 год, это очень яркий. Это очень сочный, это очень гурманский, живой, динамичный, утонченный, зеленый, прозрачный, холодный, лесной, природный, мятный напиток во флаконе с капельками джина, какой-то пудры, сладких оттенков, какой-то холодный лимонад, немножко какой-то гурманики. Напоминает где-то вдали мне Virtus Narcosis, но хотя они совершенно разные ароматы. То есть... Это просто на лето, на весну, ну, взрывной аромат. Я с удовольствием с ним ходил весной, так и не записал вам обзор, да. И сейчас, кстати, я, значит, вы заметили, вставил в начале вставочку. Ирина оценила этот аромат. И в конце, после этого видео, не забудьте посмотреть, Мариан тоже оценивает этот аромат. Что они про него думают, тоже не забудьте посмотреть. То есть на весну, лето, на каждый день это просто, ну, я не знаю, находка. Стойкость, друзья, 4-5 часов. Это концентрация туалетной воды. Представлена двух объемом 50 мл и 100. Стоит, кстати, не так дорого, тем более с промокодом. То есть можете прикупить и познакомиться. Ну а те, кто вдруг знает этот аромат, носит его, напишите в комментариях, как он вам. Я знаю, что он хоть и заявлен как мужской, но каких-то прям таких, знаете, вот слов man, там, for man на флаконе не присутствует. В основном это говорит о том, что аромат смело можно использовать и женщинам. Я знаю, что женщина его покупает, пользуется и даже записывает обзоры. Но это ни в коем случае как бы не отменяет того, что он мужской и что мужчины могут смело таким пользоваться ароматом. Опять-таки, кто видит что-то необычное, нестандартное, кто любит такие можжевелисто-холодные какие-то ароматы с перцем и в то же время с джин-тоником, да, какие-то типа вот опять-таки Hermès au Givre, какие-нибудь ароматы Сислей, какие-нибудь ароматы там Жмалон, какие-нибудь ароматы Hermès, это эксклюзивная линейка. Вот в этом направлении очень классный, красивый аромат. А что касательно нот, друзья, то это зеленый мандарин и сучуанский перец, это ягоды можжевельника и мята, это мадагаскарская ваниль и мускус. То есть классная работа, все, что хотел вам рассказал, будет аромат дня у меня сегодня, он, так что рекомендую обязательно познакомиться, если вы парфюмоняк, если вы любитель парфюмерии, вы должны знать, что на рынке парфюмерии есть такой классный аромат, как Лолита Олимпика. Друзья, я напомню, что спонсором этого показа является сайт парфюмерии косметики Рандеву. Пойдемте прямо сейчас перейдем, посмотрим, как можно этот аромат заказать со скидкой. Друзья, аромат, про который мы только что поговорили в видео, вы как всегда можете купить на нашем самом любимом сайте parfumeriekosmetike.rendezvous.ru. Здесь можно много всего купить, не обязательно покупать этот аромат. А также здесь еще есть и аромабоксы. На примере покупки этого аромата я покажу вам, как можно воспользоваться скидкой в 10% по моему промокоду 10VIPLOVE. Добавляем в корзину 100 мл аромата, жмем «Оформить заказ», внизу справа ищем «Использовать промокод» и вставляем промокод, ну, мне уже он скопирован, 10 и большими латинскими VIPLOVE. Применяем промокод и получаем, друзья, дополнительную скидку в 10. Наша сумма заказа должна быть свыше 2500 рублей, иначе промокод не сработает. Ссылочку на аромат, ссылочку на сайт, конечно же, промокод 10VIPLOVE. Я оставлю себя внизу под видео, переходите и пользуйтесь. Ну все, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вас жирный-прижирный-прижирный лайк, подписка на мой YouTube-канал, если какие-то причины, еще на него не подписаны, бейте в этот колокол, пробейте его, чтобы не пропускать мои новые видео. Конечно же, подписывайтесь на все мои соцсети. Это Telegram, это Instagram, это Яндекс.Зен, это ВКонтакте. Все ссылочки найдете в инфобоксе. Поэтому переходим и подписываемся. Все, всех обнял, всем пока. Помните, что аромат – это путешествие времени. Ну вот сейчас я принюхалась, для меня это вообще женский аромат. Угу. Ты бы носил такое сама? Да, неплохо. И чем пахнет вообще? Что там такое? А вот теперь знаешь, что могу сказать, что мне напоминает? Байреда, бал в Африке. Нифига. Не напоминаете? Мне нет. Для меня это опять зеленая такая история. Но не, это... ну он вкусненький, но для меня это просто не вау. Вот Байреда тоже для меня они вкусные, но они не оставляют во мне каких-то вот сильных позывных эмоций, понимаешь? То есть это для меня просто вкусно. Вкусно, да, и все. А вкус унисекс? Пусть это будет унисекс. Сама будешь ходить с таким? Ну ты сказал, что да. Ну то есть я, да, ты знаешь, что я иногда люблю спокойные ароматы, которые мне в нос не навязываются. Что, примерно цена какая? Ну пусть будет 1000.
Это не байреда? Нет, то, что ты сказал, это не ниша. Ну, точнее, уже сейчас выдался. Ну, люкс, ладно, 1006, 7. Оценка? 9. 9. Ну, это вообще мужской аромат. Лолита Олимпика. Ой, как я люблю всякие вот такие зелененькие.